Ты вообще понимаешь, то, что ты в прошлом раунде сделал? Я, блин, искал Леона, вот этот подкроватного клопа. Я хотел по нему с дробовика выстрелить. У меня вылетело. Ну а потом я захожу и вижу то, что вы там с базукой бегаете. Поп всех этих стреляете. Этот Митик еще ноет то, что... Ой, меня там убили. У вас время нафиг! Давай, дядя, прячься, еще я подстрелю тебя, дед. Ко 41-м получишь. Все, давайте, ой, прячься все, погнали. Парсикус. Погнали, ус, убивать ус всех. Все, начинаем. Так, давай посмотрим, есть ли у нас кто-то в этом здании. У нас, в принципе, 10 минут. За 10 минут сколько нам надо человек найти? 6 человек. Осилим, думаю. Мы вдвоем с Барсика. Барсик, ты искать умеешь? Попробую найти кого-то. Так, Леона нету в этом месте. Ну и ладно. В прошлой серии по подсказке, кстати, в правом верхнем углу, если не смотрели, посмотрите. Тут немножко что-то странное происходило, и как раз из-за чего и дед на меня накричал. Кто здесь стреляет? Барсик, хорош! Ладно, оставим напоследок. Я пока чекаю отель, ты посмотри, не знаю, бан... Барсик, я твоего сына убил, ты не против? Вот тут вот очень много растений, можно попробовать гвоздеметика вот так вот каждое прочекать. Если кто-то будет, того можно будет уж чем другим убить. Так, нету, нету, нету. Сейчас самое главное, конечно, здание хочу пройти, ну, для начала. Можно проверить тут, но навряд ли тут кто-то будет, потому что... Бред. Потому что тут никого нет, да. Ясно, никто что-то в эту нычку офигенную не захотел прятаться. А как тут-то мне его... Ну ладно, вылезу там. Как и... Да ё-моё, почему сложно так все это делать? Кнопки путаются. Давай сначала хотя бы эти здания проверим. Ну еще 380 секунд, как бы. Много достаточно времени. Я теперь знаю вот эти нычки, где Аня пряталась. Их теперь точно обходить стороной не буду. Я так, вот вам напомню. Нету... Кого ты напомнишь, дед? У вас осталось 360 секунд, а убили вы только двоих. Ну, нам еще четверых завалить надо за 36. 5 минут нам хватит, чтобы вас завалить как раз эти все. Да сейчас я вас на раз-два тут каждого найду, и вы все подохнете как... Швейцарские часы вы подохнете, у меня ясно? О, Басик, ты вообще кого-то видишь хоть? Ты где вообще был все это время? Где ты места проверял? Возможно ли найти пятерых... Ой, четверых за 300 секунд? Не знаю, но это 5 минут. В принципе. Так, ну вот это меня уже смущает. Мог ли тут кто-то прятаться? Я вот этого не знаю. И знает ли кто-то тут нычки у меня? Тоже вот этого вот вопроса я не знаю. Наверное, никто не знает нычки, которые тут находятся. Тут третьего случайно нету? А я хотел с ними спрятаться. Нафиг. Тролика нету, чтоб мне в руку подать. А, так что? Нафиг. Как все сложно. Тут никого. Тук-тук-тук. Ага. Тоже никого, окей. Я вас понял. А, кстати, двоих людей осталось где-то. Ты говорил, мы не сможем. Мне сейчас динамита ходячего найти надо. И тебя. Все. Я ж не знал то, что эти гении спрячутся вдвоем в одном месте. Вот они, гении, спрятались вдвоем в одном месте. Только я не помню, какие дома я еще не проверил сегодня. Нафиг, больше 2 минут осталось, и все, и мы просрали этот раунд. Ну что за бред, где они находятся, я понять не могу. 100 секунд! 1.5 минуты, я не понимаю, где я еще не был. Нет, тут я был в самом начале раунда. Я не понимаю. Все, это ГГВП. До меня только за 20 секунд дошло, где они могут быть. До меня только где? Сейчас дошло. Ищи вот эти там кладбища есть, огни, вот это вот место, где там стрельбище. Сейчас я пока вылезу отсюда, уже не убегут оттуда. Туда иди, потому что они там могут быть. Вон оно где-то вот тут находится. Вот кладбище, а вот сзади отеля вот огненное это. Давай я кладбище проверяю. А ты иди около отеля, вот где находится место. Может, вы не будете это все проверять? Давай, быстрей! Что тут бедрок делает? Что за бред? Мы не успеваем!
Мы просто не успеваем. Где они могут быть? На горах они... На горах прятаться нельзя. На горах они не могут быть. О, что за бред? 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 Где они? Я не понимаю, у нас 20 секунд осталось. Это ужасно. Это ужасно. Не стой на месте, самое главное. Где? Бегай, ищи. Я не понимаю, где они могут быть? Да они не могут. Да, они могли убежать. Где они могут прятаться? И все, это пипец. Это все. Оп! Оп! Я вижу TNT. Давай, убивай! Так. Ну, ребят, у нас вообще-то время идет. Ой, давайте блин, куда-нибудь 5, уходить. 4, 3, 2. Да на нафиг они. Что за... Да оставь их, блин, сын Барсика нафиг. Я попросил батю, чтобы он тебе оружие дал, чтобы ты поиграл со мной. Ну, все. Давай, давай. Нам что, 20, там, 6, 5 секунд подождать, и уже можно... Можно будет искать. Еще чуть не умер нафиг. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Погнали искать. Им пипец. А пока калашников перезарядить нужно. Я видел то, что краем глаза, знаешь, так вот случайно. Вот случайно. Они к нам сюда побежали. Я не знаю. Они по-любому просто решили для отводки туда побежать. Ну... Все равно что нам по порядку нужно все здания чекать. Оставь, короче, то здание с потайными ходами, которыми под меня. Ба-та-та-та-та-та, сын Барсика, иди, тут Макс Фокс бегает, блин. Help me, тут Макс Фокс. Куда он убежал? Мне показалось или... А Флорд? А. Слушай, Флорд, а почему ты думаешь, что мы для отводки? Может быть, мы для отпива? Тоже не... Хотя так может быть, то, что я не добегу, блин, 1 сантиметр. И... Всё. Ну, Флорд, ну ты давай, добегай 1 сантиметр, знаю, потом... Флорд, как ты меня, конечно, не увидел тогда, ну ладно. Дед! Б, стой нафиг, дед в отеле! Дед хотел, чё там в отеле? Я случайно сальто сделал! За дедом в отел, быстрей, бар... Сын Барсика, да-да, он в отеле. Чё, я не хотел? А, ой, ой! Давай-давай, забегай-забегай! Я уже Леона 2 раза видел, и Флорда 2 раза видел. Ой, ой, отстань! Нет! Куда его? Я зачем-то его выцелил, ну ладно. Флорд, как тебя дела? Отлично! Мы убили первого человека, у нас остается 275 секунд. Это прекрасно, знаешь. Половина, блин. А я тебя вижу. Это вон, Леон, ты отель чекал вообще? Бежишь. Где они могут сидеть? Где они могут, блин, прятаться? Вот вроде карта маленькая, а вроде удаленькая. Я лично стою. Куда идти? Я не понимаю, просто я все уже обошел. Кто-то есть в новом здании, который магазин? Скажите, есть там кто-то? Ладно, я там нет, подсказку. Нет. Давай. Я там подсказку. Давай. Хочешь? Да. Я в отеле. Леон, можешь... Иди батю ищи, короче. Да нафиг все, Леон, иди в другое место. Я лучше твоего батю найду, потому что искать не умеешь, походу. 100 секунд! Где вы все? Я не понимаю, куда вы спрятались все? О, oh, no, я вижу Леонида. И он забежал. Это куда? Не то, господи. Ну что, ну где ты, откуда ты его видишь? Я не понимаю, ну нам 4 их убить. В центре. Подсказка будет через 12 да секунд. Охренел, блин, ты. Через 12 секунд. Меня вообще подсказки не было. Где вы? Я не понимаю, куда мне идти просто. Полоска. Полоска. Кто? Полоска. Какая полоска? Повозка. Та самая. Да. Так я видел то, что он туда забежал, он в этой повозке сидит.
Я в повозке. Как ты, нафиг тут я в тебя стреляю, шмалял, я видел то, что ты сюда. Да чего ты бессмертный, нафиг? Я сам не знаю. Ай. Так я видел то, что он туда забежал, почему повозка не простреливается, я понять не могу. Давайте, у нас 19 секунд, можете давать подсказки, мне как-то пофиг. Не-не-не-не. Да-да-да-да-да, 15 секунд, мы вас не сможем найти за это время. Да не, не сможем. Да-да, ну, я нафиг сейчас забаню. Смотри, Флорд, я тебя видел приблизительно 5 секунд. Да мне, я откуда знаю, где ты меня видел? Я знаю, что где ты тут сидишь. Ну как понять, где? Я в отеле. Леон, ты где? А, нас же сейчас убивать будут. Ой. Леон, ты где нафиг? Кузнец, не уходи, нас сейчас убивать будут. А чё, Леон? Бесполезный ты. Ну чё, Макс Фокс, готов? Ой. Макс Фокс, видимо, вообще... А, у нас нафиг, нафиг, время, бегите! Макс Фокс! Бегите! Ё-моё, ё-моё, куда? Идём за мной. Да, Лил! Пойдём, чё, кузнец? Ну я тебе кое-что покажу сейчас. Давай, чё? Вот сюда мы проходим, не стесняемся. Ну и получается, мы в подвале у деда. What the fuck? Это что? Флорида, здравствуйте. И, вот смотри, и вот здесь ты можешь всё... Флор, давай я тебе покажу, как я залез. Что? Это что? Макс-Фокс, время прошло, и надо искать уже. Флор, почему? Кого? Что? А дед об этом знает? Нет, конечно. Так, нет. Ну это как бы его подвал, но как бы не его. Кого нафиг? Что за... Я даже не знаю, как это называть. Чтоб нас не спать. Это имба. И вот так этот... просто. Так, если подвал, то под землей. Кому подарок нужен? Какой подвал? Ты о чем? Если они сказали подвал, значит это под землей. Так, нужно... надо срочно улицу. Что это? Кузнец, ты что? Зачем сказал? Что это такое? О. Нет. Ты дрыг. Куда там уехала? Оно ж подорвёт всем. Так, я слышал что-то. Вот Флор, что ты сделал? А может по-быстрому его аннигилируем, чтобы не спалился? Чтобы не спалил ничего. Так, сейчас кузнеца еще раз. Понял. Кузнец. Понял. Нет. Подожди, а это будет работать? Нет. Сейчас кладу подар... Че? О, спасибо. За что? Я хотел проверить там... О, работает. Я тоже, кстати, это хотел проверить в прошлом раунде еще. Не подсадил. Опа! Это что тут взорвалось? Еще. Так, если тут что-то взорвалось, значит... Где-то тут. А-а-а, беги! Нафиг. Ай. Что? Там уже что-то взорвалось. А что это там за дырка? Ой, Флордик, здравствуйте! Нет, Флор, зачем ты спалил? Теперь так, всё. Теперь надо как-то попасть туда. Так, эта дырка ведет оттуда. Ой, а, динамит! Отсюда, блин, а где, откуда? Ой, здравствуйте, Флордик! Здравствуйте! А, не стреляй! О, всё, стреляй. А, почему опять не стреляй? Почему ты бессмертный? А! Я не стреляла, пушка! Стой! Чё? Сюда. Место, возродите меня. Нет. Нет. Подвал. Нет.
Нет, нет, нет. Фига там катакомбы, конечно. А слушай, Флорд, у меня есть и для тебя оружие найдется, возможно. Ты где, кузнец? Давай заходи в подвал. А я там же. В подвал там заходить? Как что это за... Я в шоке вообще с ваших этих катакомб. Где ты, кузнец? Место где? А Максим, что вообще, видимо, пофиг. О, здорово. У меня так есть оружие, у меня вот, смотри, что есть. О, здорово. Смотри, что есть. Одно нажатие, нас сейчас не будет. Давай я тебе просто вот это вот отдам. Ну, контрабанду такую. И мы говорим себе то, что ничего такого не было. Ничего такого не было, давай. Типа... Ты ничего не видел. Базару ноль. Ничего не видел. Нас спалили! Беги! Беги!